Территория двора была оборудована системой видеонаблюдения. Учитывая общую стоимость высаженных растений, жильцы предполагали, что их могут украсть и специально установили камеры. На съемке отчетливо видно, что кражу совершила женщина. Кроме того, полицейские обнаружили и другие следы. Когда она несла растения, с корней сыпала земля, и именно по этому следу удалось найти правонарушительницу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ответственность предусмотрена до 2 лет лишения свободы. В момент задержания 44-летняя местная жительница готовила яму для посадки украденного можжевельника. Женщина призналась, что на преступление ее подтолкнуло желание благоустроить двор собственного дома.